Децентрализованный обмен между двумя блокчейн-проектами. Члены команды Ethereum и Zcash сотрудничают над исследовательским проектом по комбинации программной части и приватности блокчейн. В блоге руководитель группы Ethereum Foundation Кристиан Ретвейснер и инженер Zcash Эриэль Гебезан написали: «Мы успешно завершили тестирование нового кода. Объединение этих двух блокчейнов и команд – естественный способ воплотить в жизнь необходимые обоим приложения».